Он бабаня посидеть. А, да, садись, Обам. Это зарядить. Ты, короче, шаришь все, да? Я прям... Да. Кто? Объект на шипешника? Ну, хоста заебись. Что там, СПД стакается? Да, ну, неплохо. Ну, я, честно сказать, не математик, чтобы прям сказать, какая триня прям Ну, охуенная. за место кондея, ёпты, по сути, ставлю. Да должно быть посильнее, конечно. Да, киса, давай в хила на всякий случай. Пизду, не будем рисковать. Тем более ты милик, там миликов и так хватает, блядь, урон разделить. Так, значит, смотри. Босс бьется, Берсальт, что там, 10? Или 12, блядь, у него? 10, по-моему. Короче, мы настакаем тебе. Ты знаешь, да, всю хуйню? Смысл, короче, в чем? Смотришь процентаж босса ХП, и где-то вот процентах на 50, когда уже близко этот самый, вторая, третья фаза, ты смотришь, выходит красный, и ждешь красного именно. Во всех слизней ты замедляешь. Пропустить ты можешь только зеленого. Красного нельзя пропустить, потому что он догонит, вайпнет рейд. Вот, ждешь красного, плюешь, лужи растягиваешь там сам, как тебе удобно. Плюешь обязательно в красного и сразу после плевка в красного допиваешь до сотки, юзаешь, и еще у тебя должны лужи быть для того, чтобы плюнуть зеленого. Это в самом идеальном случае. Если вдруг у тебя не А, типа, ты когда получится. нажмешь, она опустеет, да, колбу Да, полностью? сотка исчезнет, да. Вот так что имей в виду, лужи растягивай так, чтобы тебе было удобно. Выпивай все, но одну оставляй. Если две будешь оставлять, можешь не справиться. Ну, типа, смотри, тысячу Понял. попыток я тебе давать не буду, ты делай по скиллу и это самое. Ну, максимум, что раз вайпнемся, потом уже будешь чилить. Поэтому, давай. Все, подходи, проверка на пол, подходи к столу. Посидим, похотаем его там до 30-40 раги, чтобы первый плевок был без проблем, и дальше уже будешь там пить. Все, пей, садитесь, ешьте маговскую еду. Милики, подходим уже поближе сюда. 24. Все, даю отсчет. Готовимся. 5, 4, 3, 2, 1. Всем поехали. Илаша, просто бегаешь, чилишь с миликами. Так, скоро лужи первые, готовимся. Вышли с луж. Потихоньку двигаемся к зеленому. Бать подлагивает, пизда. Так, зеленый, готовимся сразу его свичить. Зергать. По профу ничего не стопаем, хуярим за всех сил. Так, свичимся в зеленого, full DPS. Убиваем зеленого. Милики, отбегаем к РДД. В таком случае. Все, бежим, бьем слизня. И сразу переводим профа. Вот он, проф рядом специально. Переводится он здесь, возле стола встает. Здесь же начнем его бить. РДД отойдете подальше к луже, где вот сейчас пьет кукла там. Чтобы пельмени до вас летели дольше. Вот переходка. После переходки будет красный. Я примерно тебе скажу, на каком слизне, на красном. Так. Что там, сейчас будет скоро пельмени, готовимся. Пельмени секунда. Еще может быть колбы. Не знаю, какой таймер у них, может он первый пропустит. Но смотрите. Что-то ДБМ мне вообще хуету какую-то пишет. Фаза третья пишет. Вот колбу поставил, милики, уже отбегаем. Нормально вот так вот. Так, будет красный слизень, если что. Ну, короче, смотри, сейчас этого красного плюешь, зеленого плюешь, и потом следующий, который красный плюешь, вот после него будешь юзать эту хуйню. Пельмени летят в РДД, смотрите. Красный, красный, красный. Красного зергаем. Так, колбы через 5 секунд. Вот тут лужи останутся. Мельки, отходим. Будут колбы сейчас там. Через секунду колбы будут. Мельки, отведу к споту зеленого вот сюда. Не бегайте в колбах, я же говорю, когда колбы. Вот здесь пока бьем. А нормально, как раз процентом.
Да-да, не ловите пельмени. Вот Эя и Вюбсень, что вы не можете встать вон туда в кружок? К Синтеку? Зеленого АОЕшем? Ярим. Так, отбегаем, если вас откинуло к РДД, милики. Вот, это уже хуёво ты отбежал и хуёво отлетел. Надеюсь, что там, никого нет? Я понял. Лолкек. Чебурек. И вот пельмень словили все. Вы не видите, как он летит? Этот, так он впритык подбежал. Ладно, пускай полежат. Ну так вы отойдите от профа. В смысле? Так он... Вот смотри. Так вы отойдите, блять. Вы на профа смотрите или на что вы смотрите? Думаете, думать не надо головой? Красный. Вот после этого красного, сейчас его бьем. Колба 5 секунд, милики уже пошли на красного. После этого красного, вот ты плюнул, да, в него? Вот его сейчас рейд убьет. ДКшник еще сдох, блядь. Вот после этого красного юзай. Рвист. Ресай, но стресса. И по... Пей, лужи. Да он выпьет. Вот сейчас зеленый. В принципе, у тебя будет рвист, но стресса. А, он не в дисе. Объявление рейду. Рвист, но стресса, ресни. Так, зеленого бьем. Разлетайтесь в разные стороны. Ты замедлял же его? Колба, да, секунда. Да. Колба секунда. Добивайте зеленого. Пизда, блядь. Будем стопать по боссу. Да, стопать надо. Красного замедлить надо. Стопайте по боссу. Синтек по лайта ресы. Стоп ДПС. Лужи выпей, лужи. Красный. После красного переводим. Подбивайте уже босса. Так, колба появляется, веду к столу. Колба появилась. Убегайте. По боссу больше ДПСа. Через 5 секунд вызов зеленого слизня. Вызов зеленого слизня. Вызвал. Равис тресал на стресса. На стресс ты вставал? Он не замедленный, сейчас надо быстро. Меня не ресали еще. Зеленым еще спал. Так, дал не зыбку. Зеленого сизергом. Дайте Геру. Акиса, давай Геру. Так, Айновен добавляем Ассакру. Так, пойдем в другую сторону. Так, что там на мне два стака нормально пока бьем. Колбу не видел, была, нет. Вот пишет через 5 секунд. Так что спереди стойте. Так, Викторка СС на Зуклю давай. Колбу поставил, отбегаем. Так, что там мне там? 4 стака Виланша забрал. Так, Зукля, давай диван по Войду. Блять, он интересно, на сколько лямов отхилится? А, вот, на 3 ляма. Да ёбаный рот, нахуй. СС не было, что ли? Вадикон, резай Зуклю. В принципе, так должны добить. Немножко места экономим. Сейчас колбы взорвутся, обратно туда отведем. Или РДД туда перейдите, на место колб. Вот колбы взорвались, перейдите. Сколько там на те 4? Давай вот сюда. Все, лучше нормально разлил. Нас закроют там. Успеете выйти нормально. Короче, надо вот эти 6 лямов успеть убить. Пока что на мне 2 стака, еще 2 повешается, уже хуево потом будет на 5 стаках. Выходите с лужи, еще провел профа. Колба милики. 3 стака. И 3 ляма надо успеть. И что пельмешки ловить, это конечно минус ДПС много. Лужа. Так, полай давай массакру.
О, еле-еле, блять. На тоненько. Да. Вот этот пояс. Чуть не отхилился. Че там, колбы нет, да? Все, ГГ, расходимся. Угу. Колбу хочу себе на ретрика, блядь. Малифицист. Кожевникам не надо, да? Так, покоритель один. Кому там надо? Ставьте шкаф на совете, перед советом. Только туда не заходите, если там квест. Квест на лану. Не заходите в этот. В квартал не заходите только. Так, защитника токен надо кому-то? Ты меня просто так закинул или что его? Да. Окей. Дай лут, лут дай. Ага. Я отойду био буквально минутку. Ну что, квест сделал, да? Да, да, сделал. В квартал не заходите, чтобы не запустить босса. То есть квест. Ну, чтобы квест сделать, надо с первого трая убить. Максимум со второго. Быстро ресаться, если вдруг вайпнемся. Надеюсь, не вайпнемся. Да там локом можно трэш зачистить, потом на принцов идти. Мы так и сделаем. Так, принимайте суммон, все сюда. Все равно, валик нету, можно не заходить. Через полчаса у меня выключит свет. Буквально минут на 20. Это у кого? Лайка. Ага. Так, ну киса будь уже в хиле. А там мы посмотрим, кого еще выпустить, еще спекнем. Давай, веди лог трэш. Этот. Значит, короче, рыцари. Ромбик вюпсень контролит, а бисер контролит треугольник. Вот как они пойдут, стойте вот здесь вот. И ждите в зоне досягаемости, чтобы были остальное, мы испулим. Чтобы они там где-то. Викторка, давай глазом. Бисер, кого еще раз? Ромбик? Ромбик. Рыбу поешь, ты, ребят, поставил. Ромбик, вюпсень, ты треугольник. Вюпсень, принимай, где ты там? Он вроде в туалет, сказал, вот идет. А, ну тогда бисер, треугольник только законтролишь. Давай, Викторка, веди эту хуйню. Вюпсень, ромбик законтролишь рыцаря. Выбери его заранее в цель. Где там Викторка? Прием. Око-око. Вызываю зеленую залупу эту. Блять, приведите хантом, кто-то трэш там или чем-то, я хуй знает. Или сейчас пойдем так хуярить будем. Викторки нету. Короче, пошли. Пизду. Я ебал эту хуйню. Пиздец. Если не успеем, значит не успеем. Один трай у нас. Быстрее бить будем трэш. Мотивация, стимул. Да тут, блядь, не хубить. Главное не уронить танков. Да вот давайте гнев небес, дизарм по рыцарям, всю хуйню, сало по мобам. Вот, чтобы вакханалии никакой не было. И ДПС им. 4 на пула есть, в принципе, проблем не должно быть никаких. Так, поднимаемся. Быстрее тактика. Гуляем. Какой-то прист или сова давай. Когда пол хп у этого будет, следующего уже пульнешь. Слева, слева их там два еще. Все, уже можешь второго. Все, и давай третьего. Вот тут мобы справа. Выбери бисер командира. И когда пойдет трэш, дай ему оковы.
Сейчас, когда тактика процентов 20 будет, я с пулю лейтенанта. А ты командиру дай акова. Чтобы он не чаржился, нас не откидывал ПКД. Все, пуляю. Какая-то залупа. Все, давай. Там еще разок какого обновить, чтобы он чарнулся. Интересно, во сколько рим будет, блин. Так, пошел командир. Забираю его, завожу сюда. Заходите сюда. Блядь, где он? Командир в другой пачке тоже есть. Вон он ближе стоит к нам. Тоже ему кинь. Какого? Не успел. Клёво. Нахуярим так. Будем откидываться. Угу. Так, давай. Я на двоих, ты на келе. После того, как босса добьем, не спуньте только трэш. В прошлый раз. Или это не здесь было? Обнуляю рекаунт. Два ханта на кинетиках. Даю отсчет. Четыре на пула на Войда, Талдарма, Валанара. Поехали. Так, дал мне зыбку на первый вихрь. Кинетика на пьедестале, вон, бейте. Так, милики, вихрь, немножко отбежим. Три на сцене. Не в обычке пиздец медленно падают. Еще в вихрь милики отбегаем. О, нормально. Кинетика вон возле темных сфер. Подбейте АДД кинетику кто-то, пока ханты нанятят. Талдаром. Давайте Геру. О, вихрь милики, осторожно. Немножко отойдем. Кинетика со стороны келя. Так, на тебе истерию. Кинетика падает, что-то на пол близко сильно. Подбейте.
Так. Кинеть вихрь, отходим. Экзекутка скоро. Постарайтесь добить. В принципе, Келли, если что, добьем. Так, даю незыбку на этот вихрь. Если будет второй вихрь, то, наверное, даже с мосаком. Где-то в конце должен быть. 10 секунд смена цели. Там уже от Келли, если ты отбежишь, уже добьете его. 2 ляма. 1 секунда. Лям. Убивайте Келесита. Отходи с черными сферками от него. Добивайте. Ой-ой-ой. Осторожно, сферки только не заберите с него. Так, не спульте трэш только. Катушка. Так. Так, плащ кому надо? Танки надо кому-то. Если танкам не надо, то на уф. Так, и Вилаша. Катушка. Так, 10, 100 вижу. Ну и шапка, скорее всего, на распыл. Погнали. Пуляйте, что там, 3 моба бьем. Как этого меча спасти? Это надо вот этого Лана убить, да? И тогда да. Защитает. Понятно. Викторка у нас подойдет? Нет, кто знает, писал что-то. Я уже тут. То мы уже босса разъебали. Там свич не туда-сюда, Викторка, эту хуйню, как она называется. Типа отсутствует он.
Я не знаю, меня слышно или нет? Я не отсутствую, я тоже. Слышно. Там нажми общение, нажми эту хуйню, где написано отсутствует. Включи не беспокоить, потом обратно включи, что типа онлайн. Там какие-то хиловские аддоны бывают, что не видят челика. Когда у него написано АФК отсутствует. А вот все уже нету. Так, я встану. Ярит Миликов. Короче, вы тут всю хуйню знаете, да? Самое главное набирать раньше на взлетке. Сейвы давать. Тут квест сделаем. Ну да, квест легко делается. Ты же знаешь, как его делать? Там надо поделить с танком до зеркала вначале, а потом пустить троих. И, то есть надо, я только не знаю, надо быть первым укушенным или вторым. Нет, укушенным. Не обязательно первым. Смотри, значит. Пособие, как делать. Квест. И Вилаша, в этот раз ты со мной не бежишь, но бежишь третьим после нас двоих. Все стоят позади. Так, Малифицист. Не знаю, насчет выживаемости твоей, сам беспокойся, там либо шмот на ДД одень, там... На танк. Могу проще на танк шмот вообще полностью весь одеть. Все одень, знаешь что, одень 4Т4. Хоть там и КД 5 минут будет, ну 4.45, но дашь сейф на вторую, наверное, взлетку дополнительный. Там уже не работает, он, по-моему, Д4, если у тебя там какие-то таланты не вкачают. А, да? Хуёво. Ну, давай проще в танк аспектность, возьму грани, просто... Нет, фигня, по-моему. А чё, нет? Нет. Это только такая может. Короче, мы с тобой бежим вместе, ты... Ничего не нажимаешь, ни таун, ты ничего, просто автоатаку даешь. На тебя вешается зеркало. Как только оно вешается, ты сразу отходишь. Сразу подходит и Вилаша. И начинает ЛПшки бить. И все, зеркало перекидывается на него. Вот. На него ромбик, на тебя кружок. Если ты зеркало первый... Ну, первый я ловлю, второй ты. Если ты это зеркало не словишь, то все, уже не сделаешь квест. Там либо таунтить, либо еще что-то. Короче, просто встань рядом со мной, со звездочкой. Вот здесь. Ну, остальные... Есть смысл же, да, танк шмот какой-то одеть или нет? Ну, не весь. Ну, я сейчас куски... Там поменяю. с меткостью один что-нибудь. Как Кружко скажу отходить, так, Вилаша, подходишь и это самое. Будешь ЛПшки давать. На пулы все на вой, да? Так, я тебя запомни, цель нажму. На первой взлетке, значит, Эвилаш Т4, Паллайт, Массакру и Гимн на ХП будет давать Бисер. На второй взлетке я Т4, Айновен Массакру и Гимн на ХП Вюпсень. Присты знаете на себя. Има можно дать. Присты на себя антифир знаете, да? Так, кто-то... Еще такое, если я, например, на взлетке войду в Д-стойку, нажму ШВ, у меня... Грань из рук идет, там ничего не отменится, квест никак. Отменится. Ты фурики? Да. Ну вот, фурик может одеть грань и щит. Макросы, да. У тебя есть? Все, нет вопросов. Если нет макросов, это хуёво. Вопросов нет, макросов. Разбираем сейчас. Ну, проебешь, так пройдешь, ничего страшного. Посмотришь гайд на ютубе, у меня есть. Так, железный бык, железный бил. Вюпси. Так, насчет 3, это только для звездочки кружка, остальные чильте. Раз, два, три. Чилим. Есть на тебе эта хуйня? Все, отходи, Вилаша, подходи. Все, нормально. Все, можешь бить. Захиливаемся, захильтесь на фулл хп, а то сейчас вайпанемся, блять. Все, хорошенько хилимся. Так, а кто с укусом, кстати говоря? Два соска. Угу. Так, на мага кинули с тенью, он там вынес, ага. Хуёво видно отсюда. Так,
Ну, укусишь... Вадикона? Не, вара. Да, кстати говоря, ты кусаешь вара, кружок. Сможешь? Печеньку. Короче, смотри, малефицист сам, у него чарность, а там вмешательство. Или, ну, короче, кружок ты кусаешь. Второй укус. 10 взять. Секунд у меня. Вот, кружок находи я уже. Я рядом с тобой стою. Да, вижу, пока нет обилки. Все, и дальше ты трех людей укусишь, там, если надо, будет стопнем ДПС. Факт сносите сейчас быстрее. Укусил. То тебе трех людей укусить надо, и будет квест сделан. И не сдохнуть еще. Так что 5 хилов имейте хилов в виду. Подхиливайте его там. Так, что-то смотрю. У меня опять висит. У вас какая-то залупа. Так, рарник выноси. Равист. Озарение попалайту. Войт, кого второго кусать? На меня опять висит. Похую. Это самый... Похую, кусай ДД. Вадикон дай по Айновену. Так, ну синтек на свое усмотрение. Можешь, если у тебя мана будет, можешь бисеру сдать. Пока. Ладно, сейчас смотрите. Вот Рависту антифер. Випси не укушу. Без... Так, ну короче, рависта захильте, чтобы он не сдох. Эвилаша готовь незыбку. Палайт готовь массакру. Давай незыбку, давай массакру. Бисер на хп читай. Захилю. Дикона укусил. Не укусил. Да, уже похую. Кусайте хоть кого, только не хилов. Если надо будет стопнуть, стопнем. Главное, чтобы никто не сдох. Так, пак сбежали с тени. Секунда. Все четко делаем. Главное на второй взлетке, чтобы никто не сдох, и все. Так, что-то с маной какая-то залупа. Упал лайта. Упал лайт, блять. Как-то побей босса, что ли. Поменьше похиль. Так, синтек инер уже отдал, смотрю. Клятву нажми, какую-нибудь банку на ману съешь. Тени. 3 секунды готовимся. Так, тени выноси, синтек. Укусы. Укусы обязательно передайте, не проебитесь. Значит, давай, ставь Акиса тотем. Бисер гим на ману. Вес эти ману по максимуму. 8 укусов есть. Следующие тени будут с фером. Смотрим внимательно, после пакта будут тени с фиром. На них надо их сдиспелить, либо дать антифир. Баблы, глыбы, топа в кош. Просто кош, быстрее. Разлил, ага, маленькую, хорошо. Все, готовимся. Сейчас взлетка будет. На ней надо максимально всем захилиться. Жрите камни. Ушу мага. Блять, а у меня нету. Дал незыбку. Выпсить на хп, быстрее на хп. Блять, никого не роняем, палайт вылетел. Не проблема, да проорал на хп. Дохиливаем так. Укусы. Так, ты какого кусаешь уже? Третьего человека? Да, так. Я хила укусил. Все, все укусы остальные передайте. Вот. А, передай. Блять, не вижу, сука, никого. Выноси, ДКшник, выноси. По стенке миг. Ну, вьюпсень, сука, ну ты чё, блять? Не нашел кого укусить, нахуй, бегал. Торка, два соска, блять, понятно, нахуй. Пол рейда неукушенных, разъебите их, развернитесь, убейте. Мелики вообще почти все не укушены. А, блять. Я подбежал. Быстрее убейте их, или они сейчас нас положат, нахуй, закройте рот. Два соска выбирайте, убейте его. Мы так хоть добьем, вот хилов положили уже. Залупа, нахуй. Геру? Подожди, с Герой. Вот давай, ресай на вена. После укуса Геру. Вадикон, резай вьюпсиня. У нас хуй кто захиливает, нахуй. Топ. Вадикон, подхилить, помоги, хилы не справляются. Кто еще не укус? Сейчас вы сдохнете просто, нахуй. Бомжи, блядь. Историю укусил. Сука, я вам объяснял, нахуй. Скачать ебаное вуду, нахуй. Пробуйте, я хуй знает, добьете, нет? Доберси секунда, блядь. Кто там, Викторка, два носка, вьюпсинь, блять. У вас что, блять, с глазами, нахуй, или как? Как это объяснить? Как это нету, нахуй?
Укушено 8 человек, из 25 отнимаем 8 нахуй. Это 17 неукушенных нахуй. Что за проблемы, блять, у вас? Это какая-то хуета нахуй. Так не должно быть. Ну последний трай, блять. Бежим, бежим быстрее. Такой залупы не должно быть, еще раз говорю, блять. Не должно 3 человека превращаться, блять, никак. Как это не было, нахуй? Вы что, блядь, ебанулись? 8 укушено всего. Пиздец. Первая, вторая пачка почти полностью были не укушены. Вот смотришь во фрейме, две полоски так видно. Чтобы передать укус, напомню, блядь, надо подойти к вплотную, блядь. Вы должны нажать на человека мышкой, блядь. Если может для кого-то это секрет, блядь. На первые это укусы передали. Посмотреть его дебафы, блядь. Какого хуя? Викторка, Двоноска, блядь, и этот Вюпсень, вы не укусили людей. Ни хилов, ни РДД, ни миликов, нихуя в рейде не осталось, да? Или что? Или мы, может, в десятке, да, по РДД зоне вот пробежали по всей, нахуй. Вот я лично. А нахуя вы по ней пробежали? Поставьте вуду, еще раз говорю. Я говорил вам, вам похую. Почему вы по РДД зоне бегаете, если там укушены, сколько там, ну буквально, сколько там, 5 человек укушены, вы по ним пробежали, посмотрели, ага, они укушены, и встали, и превратились в вампиров, нахуй, за 10 секунд. Смотрите. Я сдох в мили зоне, я к миликам подбежал, затапнул пару. Алло, если вам не нравится вуду, поставьте грид 2, тоже те же самые укусы показывает. Там еще, это, когда кусаете, то есть вы просто учите то, что первым кусают РДДшников, потом миличников, и когда у нас 8 человек уже укушено, вам надо не в РДД зоне бегать, а искать себе миличника, какого бы укусить, потому что РДД почти все уже имеют укусы в этот момент. Лучше за 10 секунд урон стопнуть и посмотрите, блядь, что кто не укушен, подойдите, укусите его. То есть, если вы не это, даже у вас Вуду, Адонов, они такие, блядь, фиолетовые, подсвеченные стоят, те, кто укушены. 7 минут. Че, готовы все? Так, палай-то не будет, выпустить хила, спекайся. Не, не будет. Спекайся в хила. ДЦ или холик, хуй знает там, кто у тебя. Жри. А че он бафал? А хуй знает. Полная залупа, блядь. Да, это до конца таймера с пулем еще засчитается квест. Так что, блядь, не кипишуйте. То же самое делаем мы с кружком. Антифиры нажимайте, пристает. Ты спекнулся, вообще не хила? Спекнулся. Так. Так, даю отчет. По отчету кружок со звездой. Никто не бежит, никто. Все, отходи, там этот самый ромбик, подходи. Угу. Там это когда, когда эту красную хуйню увидел, значит все, уже можешь отходить сам. Так, кто там словил? Я опять. Угу. То же самое, как? Кружок кусаешь, все то же самое. Только, угу. Сука, выберите людей неукушенных. Встаньте к ним вплотную, блять, и укусите, сука. 10 секунд на это дается, вы втроем вампиров превращаете, блять. Детский сад, блядь. Вайпнули рейд, блядь. Давайте, блядь, посерьезнее. Так, тени, наверное. Рядом с тобой стоим. Вижу. На взлетке там, когда это будете разбегаться, там смотрите подальше от луж, находитесь, чтобы вас в эфире не загнало. Укус. Все, два укуса есть. Может, милика укусишь? Ну, малефицист, ты пойдешь, вон топу укусишь. Я водикона кусаю туда. А ты по РДДшникам иди, да. Я лучше мага.
Так, эти тени следующие будут с фером. Их надо задиспелить будет. Захотать, захилить. Если есть возможность снять их торка. Вот его захотать. Так, Мак, я Фьёд Олег, что-то там, я тебя кусну. Так, бисер будет читать на здесь, на первой. Готовься, Вилаша, давай Т4. Давай уже гимн ХП, бисер, блядь, сейчас кто-то сдохнет. Быстрее, быстрее, захильте всех. На фул. Камни жрите там, какую-нибудь хуйню. Так, на второй взлет Кейновин добавим твоему сокру. Моей незыбке. И останется гимн ХП у Вюпсиня. Что-то с маной у вас какая-то залупа. Давай синтек по себе. Бодикон. По Вюпсиню дай. Равис пускай. Ладно, тогда он удал уже, похуй. Пускай лучше побольше маны будет. Так, а чё у Акисы там? Короче, Акиса... Пока у тебя 69, пока нормально. Так, я Хисторию укушу следующего. Вансена укушу. Тилпак, тени, готовьтесь. Сносите и выносите тени, сейчас, секунда. Сейчас уже похуй, уже перед... За 20 секунд до фера где-то я скажу тебе тотем и гимн бисеру. Сейчас пока что хилим так. Топа, топа, топа. Блять, ну укусите, сука, чё вы там, я голоден ходите, укусили? Не пугайте меня, блять. Голодно. Так-то. Факт тени. Вот выбирайте следующих цель. Давай, ставь тотема, киса. Бисер на ману читай. Вадикон он реально укусит ханта. Секунда до теней. Не озвучивайте эту хуйню, просто стресс, кусайте. Железный бил. Такая жлыбу дай, жлыбу дай. Хисторию на стресс укусит. Все, готовимся выживать. На приколе укушу. Он тогда и рарник. Так, дал не зыбку. Акиса, Вюпсиня, НВН, бисер. Давай его массакру. Кстати. Вюпсинь на хп читай. Махину даже. Все, главное, вот сейчас 7 секунд до передачи укуса. Передайте укус, самое главное. 16 человек, чтобы люк ушли, и все. А что за хуйня, там таунт кто-то нажал на лану? Или что это за залупа, блять? Вы мне объясните, сука. Ну укусы, стресс, укусы. Ну стресс нахуй. Как дела у тебя, блять? Хуёво. Рарник в мире прибили. Я и вижу, блять. Все, 16 укусов. Рост, 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 рост. Блять, убейте топу. Убейте, это он нас положит, блядь. Все, добиваем. Меня другой кто-то укусил. Просто добивайте. Тени 3 секунды после пакта. Тени. Маг выносили, глыбу ебани. Все, иди сдавай квест. Ой, бащит. Лук какой. Квест, кстати, это сделался у тебя? Или ты его это, когда первый раз неудача была, это брал заново, нет? Нет, ну все сделался. Все стороны. Нормально. Так, ну стресс. Бать. Кучая хуйня это. Лифцис тебе не надо эту залупу. Ну трансмок, если только. Не лучше. Так, на стрессу закинул. Что там плечка? Ёбаный в рот, блять. 7 минут. 7 минут трибут. Ну, давальки почистим. Да, почистим. Да заебало это ваше ОД, блять, сука. Надо придумать правила, чтобы вы открывали эти ебучие мешки уже в Далране где-то, блять. Заебало это параша. Так, завоеватель надо кому-то? Рарнику на распыл. А, нет, АНВН 10%. Ничего, второй что ли? Давай второй похуй. Давай прото одену как раз. Ай, блядь. А я что-то забыл, что КВН сдал. Да. Почистим давальки, что там, 7 минут, да? И почилим. Как раз это будет наш перекур.
Ёбаный в рот, блять. Теперь я еще сдам квест, открою сумку, там выпадет багруха. Сука, тварь. Не выпало, нихуя. Ебать, багруха бисовая, блядь. Страхолин, блядь. Изи. Вообще пизда, блядь. Багруха сейчас. Бобруха, блядь, выпала. А упало в цене. Бобруха, блядь, вот так вот. Бобруха ему упала, бобруха. Так, короче, разъебываем этот трэш быстренько. И идем отдыхать. Ну, давайте минут 10. Со времени, когда на ребут уходит сервер, то есть минут 10 засекаем. Ну, это сколько будет? Короче, в 20... сейчас сколько там по серверу? 18.20 примерно собираемся. У нас хуйня. Чё? РТ до скольки? Ну, до 8. У нас 3 босса и у нас РСК еще. Все, успеем. Если без залупы, без всякой. Давайте только реально не как в прошлый раз, ёбаный стыд. Ну, Вале вроде мертвый, не должно быть так. Да, да, кстати, да. Ну, на синдре тоже нихуя сложного нет. Там челики в десятке были, они повысили знания тактики. Блядь, 4 минуты ребут, блядь. Мы успеем вообще трэш убить? Давайте больше ДПС, а что за хуйня? Кто в кашет там? Давайте, блядь, сильнее, прожимки. Опа, нажимайте. Сука, разъебываем. Быстрее, 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 больше ДПС. А вот эту курву зергаем, ромбик поставил, повелительница льда. Так, пошли, чё, охотницу ебанём, да? Следующую. Ну, тебя уешим побыстрее. 4 минуты 30 секунд. 4 минуты. Давайте, давайте, давайте. Блять, еще жвальку залить надо, же охуеть. Супер сложно. Так, ястреб, охотница, воительница. Короче, дал незыбку. Три минуты 30 секунд, сука, успеем или нет? И так бы всегда на трэше, да? Да. Челлендж. Да ёбаный в рот, иди сюда. Приморозили, я понял. Есть какая-нибудь антиприморозка? Вот двойной гриб. 3 минуты 15 секунд, надо еще Вальку успеть убить. А прикинь, мы эту всю хуйню убьем, ребут пройдет и трэш лестница, блядь. Не, не лестница, если Валю убьешь. Это будет пизда. Не, Валю-то мы не убьем. Точнее, не успеем захилить. Это будет на туре, блядь, фиаско, блядь. А вот эту Вальку, сестра. Да, базарить сейчас долго будет, пиздец. Это хуйня. 2 минуты давайте, готовимся. Будем Геру давать, если что, на нее. Блять, КД поближе. Гера, сука. Ладно, похуй, для тех, у кого КД нету, кто сдыхал. Поближе станьте. Лишь бы щита у нее не было сразу. Щита нету, уже нету. Обнуляю рекламу. Бурстите, бурсты, бурсты, прожимайте. Кто первый по ДПС, даю 100 ИП. Давайте, блять, готовим припоты. А хил считается? А ну-ка. Не, не, хилы не считаются. Ебать, я, ты блядь, просто охуел. Хуярим, давайте Геру. То есть сам в гильдии боролся, блядь, что ЕП не дают нахуй, а здесь вот так, да? Так, блядь, я боролся за твинков. История. Хуярим, хуярим, пол хп уже нету. Ебать, история первая по ДПСу. Хуя, мальцист. Ебашит. А вы специально во второго ДЦ ебнулся, да, ты понял? Ага. Чтоб я не хилил нихуя. Да. Чё, заебись, Вальку. Ну, а ещё и двух пидоров, этих надо разъебать, если что. Давайте разъебаем. Да, я спекнусь, кстати. Только туда наверх не поднимайтесь, а то запулится Валька и будет вайп. Зукли обгоняет, но он чисто на уешил, когда этих двух пидоров подвели. О, Малефициста обгоняет. Он понял, что нужно спавить, короче, я уехал. Рассекающий подрубил, блядь. Хорош. Так, это... Вы выиграл на этой...
Короче, мульфицисту сотку закинуто, да? Сотку ГП. Всему сотку, мульфицисту, зукли, зукли, зукля первый. Да, лучше дай за весь трэш, который сейчас мы чистим. Похуй, давай, зукли. Я ж про Вальку вроде как говорил, да? Давай, да. Нечестно. Вообще нечестно. Ну, там по Вальке смотри сколько. Хило. Все, это надо самое. Надо завести инс смотреть. Все, идем чилить. Ну как-нибудь состязание сделаем, завести инс.